повеселило. Кстати, я тоже зашел глянуть хайлайт. Вот по поводу этого. Сейчас. По поводу 2007-го. Как раз того видоса, да, с которого стартовал гитарный YouTube. Там был достаточно потешный чел. Сейчас, секунду, зайдем. Да, вот все, пришло уведомление, типа, супер всякий замен, да, такого типа ракурс. Правильно. Соответственно, почему вот этот самый правильный вариант? Да, здесь как бы, ну, такое... прям это панчевая ламповая рубилова. И смех... Сейчас, где-то чувачок был, секунду. Какой-то чувачок здесь сказал, что, типа, короче... Блин, как его найти-то? Вот это, может быть. Нет, где-то, короче, был челик, который, типа, сказал, да, что, типа, да, это вообще не ерунда, типа, скорость что-то не то. Я зашел к нему на канал посмотреть и, конечно, очень сильно посмеялся. А, вот, да. Хуяси, норм скорость была, я считал, вот дном. И вот этот чувак, обычная скорость, и это вообще не сложно, да? То есть, получается, завалил его, как прям, и так далее. Запил им, и этот чувак, вот я зашел глянуть, что у него происходит. Понимаете, да? То есть, у людей насколько отсутствует понимание реальности. Вот этот хлеб-кожуй, да, который просто заваривают какую-то нелепую кашу манную с комками или живую, с перекошенной рукой лопатной, и одна вот эта вот богомол-стайл, и вторая вот так вот просто все. А, и вот этот именно гитарный богомол, да, который пусть именно образец хлебный. Вот такой вот чавканный возни рассказывает, да, что это вообще... Вот этот просто как бы нежный кашевидный шуршун рассказывает про то, что это вообще не сложно, там скорость... Блядь, ты понимаете, да, вот этот уровень Мухтейнов, насколько они вообще не понимают этот колоссальный чудовищный разрыв. Просто сумасшедший нереальный разрыв между тем рубиловым, который там показано, и вот это вот именно хлипкой чахлой кашей. То есть, и он реально думает, что здесь ничего сложного, вот типа все. И этот чувак еще какой-то типа из риф челлендж выложил день назад. То есть он, получается, вот это написал и выложил, типа, смотрите, вот ничего сложного, то, что Фред там зарубал. Как сказал бы Роберт Вертер. И так далее. Поэтому это просто пиздец абсолютный.